тебя есть душа? Нет. Души вообще не бывает. Это вредные выдумки и очень вредные измышления. Умница. Пусть в этом кукольном театре рушатся оковы, пусть нет основы, послышно стоны снова. Придет потоп, исчезнет техноген и прогресс, но новом ковчеге манекенам нет мест. Они стояли в стороне и наблюдали, как и снов виднелись смешанные с явью дали районов спальных, пустырей за городами. Смеялись громко из событий недавних, их пальцы нервно шевелились, дрожали предательски. Но руки согнуты в локтях, как будто зажаты в тиски, не напрягая тело, заняты любимым делом. Приглашаем на шоу людей-манекенов. Они стояли в сторонке и наблюдали, дабы не пошатнулись их замки, а сами кричали громко: помоги, Боже, так негоже, так нас убивают, толкают прохожие. Стужи, крики, я живая, не отпускай меня. Я живу, паду и много лет спустя. Антракт будем где-то, будем с кем-то, и просто останемся манекеном так-то. И много лет спустя можно потеряться. То, что у вас на устах, это провокации. Ваша жизнь по уставу, их выгода. В погоне за деньгами шлете нахуй выгода. Тех, кто не успевает, ждет, смеет либо зависть. Они смеются над вами, мольбы с небесами. Не открывают глаз, не вселяют надежды. Ждите перемен, все останется как прежде. Пусть в этом кукольном театре рушатся оковы, пусть нет основы, пусть слышно стоны, и снова придет потоп, исчезнет техноген и прогресс, на Ноевом ковчеге манекенам нет мест. Пусть в этом кукольном театре рушатся оковы, пусть нет основы, пусть слышно стоны, и снова придет потоп, исчезнет техноген и прогресс, на Ноевом ковчеге манекенам нет мест. И много лет спустя можно не узнать себя, тем более других, но карусель крутится. Я будто не я, меня подменили что ли, сама себя не узнаю в этом новой роли. Вскоре я развалю все к чертовой матери, я пошлю всех дорожкой им скатертью. Не люблю я их загорелые руки, что? Неужто не осталось живых никого? Бывают случаи, когда разрываются нити, таких сливают, пытаются осквернить их, но не обидеть незрячего, который видит. Среди всех манекенов самый важный зритель. Я принимаю эту роль, но я не играю. В толпе людей одиночество считаю раем. Я не одна, но нас таких единицы. Таким желаю взлететь и не разбиться. Пусть нет основы, слышно тихий шепот, но нет выбора, это хороший повод. Отпусти, не держи, уберите руки. Так и не поняла все этой вашей науки. Звуки нажатия по клавишам и шум, что нужно не слушать, пока я пишу. Это шоу одиноких Барби и Кенов, это школа для людей манекенов. Пусть в этом кукольном театре рушатся оковы, пусть нет основы, пусть слышно стоны, и снова придет потоп, исчезнет техноген и прогресс, на Ноевом ковчеге манекенам нет мест. Пусть в этом кукольном театре рушатся оковы, пусть нет основы, пусть слышно стоны, и снова придет потоп, исчезнет техноген и прогресс, на Ноевом ковчеге манекенам нет мест.